Приветствую всех из солнечной Молдавии, из нашего любимого Приднестровья. У нас сегодня новый проект, супер тяжелая линия перепелиного яйца и надеющий перепелок. Сегодня приехали с Кишинева, кто следит за нашими видео. Все видели, мы привезли голландский бройлер от 450 до 650 грамм. Вот, купили 200 яиц. Саша любезно согласился, дал нам еще в поход 10 яиц. Ну, все яйцо идеально. Что интересно, с маркировкой. Там что-то написано. Инициалы, перепелки. Саша уже обжегся. Люди покупают яйцо. Яйцо не дешевое. А потом предъявляют. А твое яйцо такое, такое, твое яйцо сякое. И он говорит, привозите яйцо, я вам дам свой ответ. Люди не готовы, поэтому молодец, ставит маркировку и защищает себя и свой бизнес. Вот, значит, у нас лоток в лес. Мы обычно, ну, я 200 покупаю, что-то остается, 190 влазит. Яйцо не сильно крупное, от 12 до 14, до 15 грамм. Влезло 197. Тут мы подопрем губкой. Выложил специально на ночь, чтобы оно нагрелось. Следим, что получилось. Яйцо мелкое, но надежда на то, что перепелка будет крупная. Не обязательно бройлерное яйцо должно быть крупное. Перепелки, мясо мясное, мясного направления, несушки у нас свои есть, покушать перепелиное яйцо мы и сами можем, поэтому смотрим, что получилось. Продолжаем наше видео. Белый гигант, сегодня 16-й день, слышу пищит, вылупа что-то завтра. Смотрите. Вот. Раз. Это понял. Раз. Два. Вылупились. Отлично. Значит, яйцо хорошее. Помним, да, вот со штампиками. Сашина. Еще 5 минут назад я проверял, ничего не было. Ждем, что получилось. Процесс пошел. Смотрите, что тут творится. Боже. Белый голландский гигант. Сейчас вытащу шкарлупу. Посмотрим. Шкурки, шкарлупу убираем. Вот, смотрим результат. Обалдеть. Вот и думайте, ребята. Техасский гигант. Какое качественное яйцо. По-хорошему бы их уже вытащить в инкубатор. Инкубатор еще не... Ой, брудер. Брудер еще не прогрелся. Хотя бы до 30-31. И перенесу. Перенесу и покажу. Все, ждать больше смысла нет. Брудер прогрелся до 30 градусов. Вот, смотрите. Просто вылуп отличный. Из 200 где-то 180. Сейчас выложу всех и покажу. Вот. Целая миска хиш-мыша. Сейчас отнесу в брудер и покажу. Все, принес их в брудер. Уже 33 температура, поставил 36, максимум 37, максимум 36, минимум. Вот, уже поилочка и комбикорм разбросал. Сейчас они разойдутся, обсохнут, будет красота. Здесь закрывается зеркальце, чуть упал. Все, считаю, что проект пошел. Отлично, сейчас они с
самое главное первое зернышко взять, желточек начинает в животике закрываться. Все, брудер переделал, полностью сломал и сделал все по фэншую с дополнительной керамической лампой. Здесь на 150 ватт лампа, можно 250. От белой глаза болят. И здесь только поменял эконом на такую греющую, сразу пошла температура в гору. Все, следим дальше. Буду показывать взвешивание. Комбикормом надо кормить обязательно бройлерным через кофемолку первую неделю. Следим. Всем удачи!